Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, с вами вновь я, Костян, Виктор Костяныч. Канал «Это не диалоги о рыбалке». Мы с вами, друзья, на Енисее. Едем искать щуку. Попозже скажу, почему мы нынче не ездили. И сейчас, может, съездим, и потом хрен его знает, когда поедем. Есть проблемы с мотором, и нужно искать запчасть. Запчасть вроде нашел, надо заказывать. Еще непонятно, та она, не та, подойдет, не подойдет. Так что сейчас мы прокатимся, потом домой приедем, посмотрим. Если в редукторе будет вода, значит, лодку ставим на прикол. Как она у нас стояла все лето. Вот такая у нас причина невыездов за щукой, окунем и за другим. Не водим. Не водить разрешено с 1 августа, но мы сидим дома. С Саней один раз выезжали, покушать поймали и все, больше не ездили в этом году. Все, стартуем, прогрелись. Вот, друзья, такую штуку вот видим. Крупный большой олень с рогами. По ветру заехали, вонище капитальное. Бедолага. Из-за чего-то издох. Может, утонул. Енисей переплывал. Давненько мы, друзья, тут не были. Уж целый год, даже больше. Да, Витя? Че, мы к берегу или что, или как? Наверное. Или нет? Нам надо спиннинги переобуть. Поводочки перевязать. Опа. Мелко. Пошла. Да, ветерок как раз в нашу пользу. Вон мель. Вижу. Сейчас мы вот сюда в уловцо зайдем. Да, вибрация по мотору идет. Это точно с валом беда. Из-за него сифонит. Это мы его стукнули хорошо. О! Мелька. Прям вообще все, обмелились. Вот, видишь, это штука. Ты уже не наступишь. Уже отнесло. Не торопись. Наблюдай живопись. Первый прицепчик, Витя, небольшой. Посак? Посак? Да, я думаю, так возьму. Я уже забыл, как щуку-то рыбачат. Попротивляется, да? Ой, сидит за краешек прям. Сопротивление бесполезно. Не кусаться. Смотри, что. А ты падла зеленая. Я тебе предлагал подсадку. Ну да. Ладно. Первую можно упустить. Взяла у берега ведь. О, оп, еще атака. Какой-то падлы. Такой же. Все та же зеленая. Блин, и тоже плохо зацепилась. Блин, Витя, теперь вот уже надо было точно подсак.
Все равно за двушку. Опа, атака была маленькой. Вот она идет, видишь, сзади. Угу. Вот она, вот она. Ну это? Ну щука. Угу. Небольшая, но щука. С краешку, Витя, давай под саком заберем. Ага. А то мы так без рыбы домой уедем. О, видишь, отцепилась. Ну, мое. Что ты делаешь? Сначала бы рыбу выкинуть. Ну, сейчас уберу блесну. И крючок разогнулся. Так это ты с куста когда снимался. Фу, сломал? Да. Ты ужасный человек. Ну, а что сделаешь? Зато ужасный человек теперь с рыбой. Это же маньяк. Не трофейная, конечно. Нет, стой. Светя, блин, ушла. Ну, вот это хорошая, это слушай. Это хорошая. Такая килушки, блядь, 3, наверное. Слабо они вообще берут прям. Без удара прилипает. А она просто на лодку полетела. Я тебе вообще говорю, слабо берут. Может это сиги кормят? Наверху что ли? Да. Не знаю. Мне кажется, это ясь. Что-то тут нас от берега оттаскивает. Не до этого. Не доделано. Че, хватит его? Да. Он там в берегу кто-то хватал. Он плавится даже там в берегу. Сразу же. Вот и у меня тоже. Хапал, но не взял. Опа, с разворота. Опа, у меня бьет. Оп, есть контакт. Вот он. Да я откуда знаю? Да вон, я вижу. По-моему, щучка. Смотри, сколько. Окунь. Но. О, у него что-то сорта рыба вывалилась. Хороший окунь, слушай. Да их там много. Я забросил там. А, ясь, ё-моё. Ё-моё, заглотил-то как. Хороший кожи дуб. Не видать, там пока за блесну дерутся, а он убегает. А, блин. А, блин. Зато с непривычки и укол, и порез. Сразу все в кучу. Вообще отвык от окуней. Тебе сначала тут нужно потренироваться, чтобы на ручей. Да ё-моё. Окунем, да? Хорошо палец разрезал. Нехороший окунек. Нехороший, хороший окунек. О, нифига, такая волна сбоку. Смотри. Да? Угу. Есть предложение. Стать на якорь? А у нас нету якоря с собой. Капец. Я же не могу все помнить. Опа! Есть контакт. Быть.
берет активно, слушай. Блин. Ба, это я. А нет, это окунь. Окунь. Хороший. За ним там еще один узнался. Кстати, на устье видал, скопились тут. Без подсака заберешь. Вот он, смотри, что опять ударил. Хорюзок. Ладно, живи. Разрешаю, да? Не буду двойку ставить. Вот еще хариус стоит. Смотри, что. Вот еще хариус стоит. Где? О, вот стая хариуса. Вот они, смотри. А, это маленькие. Ну, не крупные они, но. Вот тут вообще маленькие. Вон того куста стопудово здоровый-то у них. Сигов вот таких. Витя, мотор подними, пожалуйста. О, бьет, бьет по блесне. Сегодня мы в сапожках. Сеттер. Задавались вопросы, как сапоги. Сапоги обалденные. Комфортно. Сухо. Нога не потеет. Прям по кайфу. Главное, не устает нога в них, как в резиновом сапоге. Я думаю, все равно можно его маленько это взять с берега. Да, ты так не считаешь? Он вот он, прямо у берега ходит. Вот он, смотри, это сига стая. Ё-моё! Ничего себе! Сколько их там? 150, да, наверное, было? Да, наверное. Я уже, Витя, рыбу тяну. Не успел зайти. Да ты чё? Подъезёк. Мы с собой иканы не брали. Под такую рыбу. Лупят, лупят по блесне. Смотри, какая стая. Окунь, ну он, блин, очень средний, Витя. Но его прям много. И прям в этот раз за ней никто не пошел. Кто-то их там напугал. О, опа, это щука, Витя. Хорошая щука, Витя. Хорошая? Да. Давай старайся. Ну я стараюсь. Как бы не трофейная, но хорошая. Живая. Да. Щипцы с собой не взял. Не, трешка. Да. Оба. Худющая, заглотила по самые по не могу. Я тебе говорю, кто-то шугнул их там крупный. Да, трешечка. Блин, сразу прям атаковала. Я думал сначала палка, нет, щука стоит. Ну вот, недалеко от меня, метров 10. Возле нее провел, нахапнула тут же. Смотри, какие они худые. Блин, здесь столько рыбы. А что они такие худые-то? Некогда мне, Витя. Витя тоже щуку тащит.
Щука? Да. Видишь что? А сплавом здесь прошли, прокидали, не было. Она, блин, видал, под самым берегом стоит. Нет, это удали. Удали? Да. Вот щука. Тоже худая, да? Худющая. Так, а это кто у нас? Вот маленькая щука и кучка окуней. Ну-ка возьмет, нет, интересно. Окунь взял. Ага, мамонт. Гигант. Так-то, конечно, его взять надо было. Не отпущать. Опа-опа, волна за блесной пошла. Оп-оп. Оп. Щука, Витя. Щука, сука. Спокойно, голубушка, давай к дому. К дому. Уже весело пошло, да. Уже покрасивше. Ну и это тоже худющая. Не понимаю, почему она здесь худая-то такая. Столько рыбы, она должна была отъедаться, блин. Ну смотри, это не такая вонючая, как та, которую ты поймал первую. Ага. А, сход. Сход? Да. Тоже щука была? Да, и тоже такая птичка, наверное. Стандарт. Прокидаемся сейчас туда, до речки. О-о-о, нифига себе, выход хороший. И взял, знаешь кто, окунь из-под бока. Еще выход был, еще выход. Вот он. Это щука? Щука. Ее там походу море. А-а-а. Одна отошла, Витя. А-а-а. Чуть-чуть левее вот этой щуки отошла в реку. Что Саня нам говорил, рыбы нет. О, поцеловались. Да. Я, мне некогда маленько. Ну так он, алышный. Ка я ниже отойду, маленько попробую. О, вот щучка маленькая. Я тебе говорю, там еще... Ну это вообще маленький. Это вообще совсем, ну там даже половинки нету, наверное. Пиписька. Пускай растет. Подрастет, потом заберем. Опа, метнулась. Опа, есть контакт. Это щуки тоже атака. Не глотает, Витя. Там еще вот вторая стояла. Блесну вижу, торчит. О, за глаз. Давай, давай. Все, домой. Есть? И там щука вторая стояла. Окуня? Да. Той, той. Все, хорош метаться. С глубины, Витя. Блин, пока не пойму, но давит. Да, щучка. Нет. А нет, окунь крупный.
Вообще хороший окунь. Но я тоже думал, щука, даже фрикцион он подзагудел. И окунь. Почти ушел. Вот это окунь. Окунь. Поедем на ручей, может там окуня сейчас будет котел. Малек, друзья, с ручья не катится. Рыбы нет. Сейчас поедем большую курю. Может, на песке еще пристанем, попробуем. Обстоятельства. Тут рыбы нет, тут задерживаться не стоит, зря мы сюда ехали. Но проверили, потому что может как бы очень хорошо повезти здесь. Сегодня не повезло, не фартануло.